Вот теперь я покушал. Смотрим, о чем они там будут говорить. И вот на это мы возлагали надежды. Ну, все же попросил прощения у Сесилии. Сложный выбор, болезненный, боль — это хорошо. Может быть, а может быть и нет. Посмотрим, что будет дальше. Ух, предвкушаю. Это же тот чел вот справа, который владел этим кругом, да? Бойцовским. Всегда так долго стримишь? Да. Кью-кью, Макс, привет. Где-то на западе. Blights on the land. You and your nation have tracked Wendigo spread all the way out west, far from home, where greed's at its worst. Now you're close. Кто выбрал? Здесь нет выбора. Ты по очереди все сюжетки проходишь. Мы близко, кузен. Он, наверное, луком хорошо владеет. Брат, кузен, что это у тебя знак на шее? Потом разберемся, мы не для того так далеко на запад забрались, чтобы дух жадности ускользнул прямо у нас из-под носа. Быстрее, кузен, следы на берегу совсем свежие. Что у него есть? Дубинка. И лук, да. И братан с большим количеством хп. Коробка дикарки осталась, шкурка. Все хорошо, пассивки. Братец-медвежонок призывает медведя, который будет сражаться вместе с вами. Восхитительно. Западный ветер создает торнадо, который отбрасывает предметы и врагов. Со своего пути торнадо перенимает стихийные свойства объектов, с которыми сталкивается. Это ульта путешественника из Геншина. В течение 10 секунд двигайтесь бесшумно, даже во время бега. И на 25 быстрее, даже в приседе. Время восстановления переката уменьшается. Нихера себе. Прикольно. Сколько еще мы будем позволять себе? Че там? Чем дольше вы натягиваете тетиву при стрельбе из лука, тем мощнее будет выстрел. Если враг не знает о вашем присутствии, вы нанесете больше урона. Если вам удастся уложить врага одним неожиданным выстрелом, он не успеет поднять тревогу. Ну, я так и думал, что лук используется для стелса. Ну, не против зверей, понятное дело. Пойдем дубинкой подеремся. Это же всего лишь волки. Тем более их мясо можно покушать. Кровать, поспать. Мыслите зверолова прожору. Где он? Где браслет Альвидадо? Мне нужен браслет. Ты, он у тебя, это ты забрал браслет. Этот человек, его пожрала жадность. Он нас убьет, если мы сами не сделаем. Вор, тварь, ты забрал браслет, а я отниму его у тебя.
О, чел запустил торнадо. Ветер войны. Ачивка, класс. Спасибо, брат. Его проботил дух жадности. Раз он искал какой-то браслет Эльвидада, значит, нам нужно понять, что это такое. Нужно сжечь тело, я отправлю за кем-то, кто заботится об останках. Нам же нужно вернуться в деревню и поговорить со старейшиной. Они наверняка знают, что нам делать. Да не хочу я гореть, хватит. Best report back to your village. Let them know the trail's hot. Журнал искателей сокровищ. На странице журнала множество диаграмм набросков, посвященных, судя по всему, трем золотым браслетам. Записи о путешествиях повествуют о том, как искатели сокровищ продвигались через прерии каменных куч, следуя за рассказами о неких браслетах Эльвидада. Нашли кладбище. Все, как мы думали, очередная ложная зацепка. Ни останков детей Эльвидада, ни самих браслетов. Важно, за нами следят. Мы точно не знаем, кто именно они держатся в тени, но по ночам мы замечаем в темноте два голубых огонька. Тем разобьем лагерь, и на рассвете вернемся к команде. Держу револьвер под рукой, он всегда заряжен. О, лопата. Супер. Фу, синий лук. Нифига себе. Неплохо. Чё, братана, по пушкам? А, с ним нельзя говорить. Вот бы взрывать как-нибудь. Кирка тоже полезна. Здесь нет какого-нибудь взрывного выстрела? Есть выстрел в сердце, пробивает защиту. Игнорирует защиту врага от брони, а, да. Так, братца-медвежонка качаем, точно. Мы теряем все больше и больше земель с каждым днем. Ну ладно, пойдем. Скажите верхнему небу о том, что нашли зверового прожору. Так, где локация находится? Мне кажется... А, нет, мы там просто не были. Я подумал, чуть правее, может. Сейчас, минуту, чат. Окей. Маски — это хорошо, повеяло холодом. Прожоры бросаются на вас так безрассудно, будто они точно знают, сколько стоит каждый фунт ваш путь. Не заходил на стрим 2 месяца, наверное, увидел эту игру в предложке Steam и как знал, что ты будешь в нее играть. Игруха прикольная. Пахнет золотом, мясом, дай мне его. Ну, выворачивай карманы, отдай мне все свое золото. Все мне, 50... монет, бросить монетку, чтобы отвлечь, сразиться. Когда я обчищу твой труп. А чё, я медведя вроде не призывал. А, это опять братан, да? Тащит тут. Хотел, чтобы они все втроем на бочке подорвались, жаль, не получилось. С краской. Короче, да, игруха-то прикольная. Очень даже. Как оказалось. Нажмите кнопку. Хува, снова дома. Говорят, ты та еще была передряга. Поиски Виндиго привели нас из дома сюда на запад, к этому самому человеку, которого ты выслеживал. Говорят, от его губ ничего не осталось.
Это знак Виндиго, как мы и предполагали. Скажи, ты узнал, что было нужно этому человеку? Чему подталкивал дух жадности? Так он искал браслеты Альвидада. Альвидад — название затерянной золотой шахты, но это просто сказка поселенцев. Ты правда думаешь, затерянная шахта существует? Я знаю только то, что этого человека поразила жадность, дух Виндиго. Если он искал браслеты Альвидада, мы тоже должны их искать. Может, так и есть. Пресекающие реки нам со смотрящей на запад нужно смотреть, сжечь голову человека, которого ты убил, иначе жадность вернет его в мир. Возвращаясь на рассвете, нам многое нужно обсудить. Знак на шее. Новенькое что-то, да? Ну и молодежь сейчас пошла. Ну-ка, иди сюда, погляжу на тебя. Штатаха! Жжет, как молния, гром птицы. Нам со смотрящей на запад надо подумать. Не знаю, какое тебе дать лекарство, плохое или хорошее, пока непонятно. Что это за знак? Виндиго, дух с сердцем холодного, холоднее северного ветра, в котором царит неутолимый голод. Там, где он появляется, люди позволяют жадности работить их и превращаются в прожор. Мы шли за ним на запад до самого края земли. Наконец-то почти настигли. Больше ничего. Поспите в своем вигваме. The trapper's chewed up lips were true enough. Мне кажется, на лагерь сейчас нападут, наверное. Привет, сменил кресло. Это моя старая DX-рейсеровая, да. То кресло мы для Яны брали. Тандерексовое. Ну и поскольку у меня была партнерская интеграция, я на нем вместе посидел. Оно удобное. Ну, ок. Так, оленья шкура просто так, да? Да, этот уже хотя бы в зеленой броне. Куртка из медвежьей шкуры. 4 медвежьего меха. Я смогу качнуть до синего, если... Если доберусь до этого, да? Рыжий гром. Шага на шаге не смогут отобрать у нас и эту землю. Свиток народа ушедшего огня. Вытесненный народ отправляют посланец с последним из наших воинов и надеюсь, что он осилит дорогу на запад. Не жди меня, я останусь здесь с нашими старейшинами, которые не смогут отправиться в путь. Я знаю, что ты примешь мой выбор, хотя, возможно, и я воссоединюсь с предками до того, как ты сможешь вернуться. Моя жизнь была прекрасна, и я благодарю духов за то, что меня повезло встретить. Пересекающие реки, ты проснулся? Мы с верхним небом говорили всю ночь и решили вот, что золотая шата Альвидада действительно существует, и именно она заражает эту землю жаждой наживы. Золотая шахта. Шата. Пока шахта стоит, дух жадности будет лишь становиться сильнее, у нас нет выбора, мы должны ее уничтожить и найти. Старик говорит, что шахта скрыта от чужих глаз, и найти ее помогут 3 браслета. Человек, которого ты убил, член кинжала и кости, их и лагерь неподалеку, нужно спросить, знают ли они что-нибудь об этих 3 браслетах. Звероловы. Один из их охотников пропал, и они попросили нас помочь найти его. Это именно тот человек, которого вы нашли на берегу реки. Человек, которого пожрал Виндиго, сборище шагношагов. Недоумков. Не доверяю я им. Они убивают зверей только ради того, чтобы продать шкуру. Мерзость. Очень жаль, что так вышло, но вы правильно сделали, что убили его. Его прожорливый дух успокоился только после того, как мы сожгли его голову. Проклятие прожоры. Так и есть, убитый зверолов был прожорой. Жадность овладевает именно столько, что они сжирают собственные губы. Если они позволят ей победить, то станут Виндиго. Прожоры в этих землях одержимы золотом. Они жаждут власти, и глаза их сияют синим. Ледяная хватка Виндиго уже добралась до их сердец. Невозможно сохранить баланс, когда люди так жаждут золота, что становятся прожорами, а затем и Виндиго. Поэтому мы должны найти эту шахту и уничтожить ее. Мне тоже не терпится пойти уже за ним. Мы не для того так долго гнались за Виндиго, чтобы упустить такой след. Да, историю свинолюда прошли. А, соответственно, у нас уже новый 3-й персонаж. За свинолюда мы... создать куртки, ясно. Это что? А, это лаваш. За свинолюда мы что сделали? Мы выпустили души свиней, уничтожили дерево, соответственно. Теперь все свиньи помнят о своем прошлом, я так понимаю, скорее всего.
и превратили эту тварь, которая нас превратила в свинью, тоже в свинью. Вот. Такие дела. Так, это тот самый лагерь, я в нем даже был, Форт Глен. Хорошее место. Мне понравилось. Нам бы лошадь, да? Почему нам в лагере не выдали лошадь? Двое дуэлянтов целятся друг в друга среди высокой травы. Посмотрим, может, пушку себе возьму. Но пощадили подставившую нас Тян. Да. Это же Джо! Эй, я пытался соблюдать приличие, но вам оно и не надо. Бой со мной не отнимет у вас свинолюдство, но если вам жить надоело, я с радостью вам помогу. Дрдо. Заткнись, Джо, если в это проклятое духом и тело вернется разум, я как минимум тебя убью. Конечно же, вступиться за Джо, это же наш бро. Что за вопрос вообще? Ого, некоторые свиньи просто не знают, как справляться со своими проблемами, да? Спасибо за помощь. Полагаю, пора возвращаться на болото, если, конечно, твой отряд не найдет местечко для свинолюда. Да! Идеальный напарник с самого начала. Да, и у него даже пара вещей лежит, которые, может быть, мы потом продадим. Не знаю. Хоть какие-то деньги. Жаль, что я вместе с ним не оставил ничего. Ну кто же знал, что мы на него так просто наткнемся, да? Боже, как повезло. Вот это топ. А как же Тяночка и наш свин? Ну, в этот раз мы всех с собой брать не будем. Свина, наверное, возьмем. Пускай бегает вместе с этим. Так. Вообще, я бы еще здесь чуть-чуть пробежал. Лорел Твик Лодж. Однажды здесь кипела торговля, но эти времена давно прошли. Заброшено прерий. Оружие синее ты ему выдал? Нет, у него изначально был синий нож. Зовет меня рылом, зарежу, как свинья. Так, портной, я хотел тебе продать оружие, ненужное мне, да? Может быть, купить немного стрел. Они бесконечные стрелы, что ли, продают? Это одинаковые? Вроде одинаковые. Качественная шкура бизона. 4 медвежьи. Так, нам точно на самом деле нужны кожевенные инструменты, нам тогда нужен обычный торговец, чтобы деньги заработать чуть-чуть, да? Не, ну то, что у нас уже есть в пати Джо с 385 хп, это очень жестко. О, вон там наши тянки разговаривают. Газета. Грешникам обещано отпущение грехов, где люди, страдающие различными болезнями плоти, проказы, параличом, тремором, имеющие проблемы с легкими или сердцем, или различные другие недуги. Лирик Франциско пообещал, что кто зарен истинной верой, могут быть вылечены бесплатно. Скворечник побывал в свинячий бар. Надеюсь, что эта забавная история поднимет настроение нашим уже мечтателям. Так же, как нам самим. Все знаем, что свинолюды жуткие, кровожадные порождения черной магии. Однако в Скворечник недавно поступило сообщение о том, что один из них проявил недюжные способности к поэзии и презрядно развлек честную публику своими удивительно складными виршами. История кажется выдуманной, однако таланты этой конкретной свиньи подтверждают множество свидетелей. Духи милостивы, свинолюдская угроза отступила. Газете неизвестно, что стоит за этими событиями, все же свинолюды, которые злодействовали на болотах, стали реже попадаться на глаза. Надеяться еще рано, и все же редакция молит духа. Возможно, это перемен значит, что зло, которое породило свинолюдов, наконец отправилось к приливу. Хвала духам. Класс. Мэриан Уилсон, Зверолов-ветеран. Смотрящий на запад, не могу сказать, что рада снова тебя видеть. Мы нашли вашего охотника. Да, что-то я его не вижу. Он мертв, его забрал Виндиго, и нам пришлось его упокоить. Вы моего парня убили, это правда? Он напал первым. Это правда, он стал жестоким. Думал только о браслетах Альвидада. Мы никак не могли исцелить его от жадности. Среди моих парней тоже ходят слухи про эти браслеты. Шторм их унеси. Роются друг у друга в сумках, спорят, дерутся на пустом месте. Кое-кто ушел из лагеря на поиски.
Но я вам скажу то же самое, что им говорю. Это ваша шахта Альведад не более чем легенда. Сказка, ее не существует. Ты ошибаешься, дух жадности отвечает на ее зов. Мы должны найти браслеты, отыскать шахту и уничтожить ее. Иначе Виндиго поработит весь Запад. Виндиго, значит, я, может, и суеверная дура, но парни мои, они как больные были. С головой у них что-то было не так. Ладно, хотите отправиться на охоту за сокровищами? Всегда пожалуйста. Те ребята, которые пошли за браслетами, вышли из лагеря с юго-запада. Можете найти их следы. Если хотите повнушительнее выглядеть, возьмите с собой моего заместителя. Стрелять он умеет, не сомневайтесь. Только вот дайте знать, что, если с ним что-то случится. Они же нам как семья. Что он думает про народ ушедшего огня? Ваше племя убило моего мужа. Я знаю, что ваша старейшина скажет, что это не так, но я уже ни во что не верю. Я вас обоих еще не пристрелила только потому, что сейчас есть дела поважнее. Как только мы с этим разберемся, мы сразу же за Триморье отправитесь. Спросить про мужа. Глен, от него даже ружья не осталось. И это сделали вы. Больше я ничего не скажу. Затерянная шахта, по легенде, там золотые жилы с твою руку толщиной. Попасть туда можно, только если найти 3 золотых браслета. Это что-то вроде ключа. Я всегда думал, что это миф, байка из тех, что старые золотоискатели друг друга за бутылкой пересказывают, но сейчас я уже ни в чем не уверен. Релиз вероловов. Мисс Уилсон, зашли в город, чтобы отправить вам словечко. Прежде чем возвращаться назад, следы обрываются. Возможно, ублюдок и выжил из ума, но все его навыки и при нем. Пока мы будем его искать, случится что-то ужасное. Мне эта мысль доставляет не больше радости, чем вам. Но, возможно, пора попросить помощи местных. Может, им удастся выйти на его след на собственной территории. Если хотите, чтобы мы продолжили поиски, просто пришлите приказ по реле. Нам его не найти, а вот местные могут. Торговые записи. Шкура кожи и сухожилия. Оленина, кролик, змея, костный клей, олень. Для дубовых бочек в винодельнях Cedar Flats. Лучшие куски мяса для галеонового моста. Яд астроспинов для алхимиков. Глаза пещерного ужаса для природных ведьм. Каждая запись выполнена с предельной точностью. Тебя предлагают с собой взять, местные, значит. Что ж, я видал похуже. Мы хотим вернуть наших людей, если желаешь мои пушки к твоим услугам. Давай. Отказываться я не буду. Где что-то мощное. Показать снаряжение. Синий дробовик. Что ж, ну... Синий дробовик звучит хорошо. Капец, у них там пещерный этот ужас. Не подходить, не кормить, определяя добычу, не видя ее. Не нужно геройствовать, если в поле вас заметил пещерный ужас, тут же забирайтесь на твердую каменную поверхность. Сирена, коварный враг. Сирена, визгун. Что здесь? Матка астроспинов. Трупы, населенные ульями, в полуразумных насекомых. Ой, я их только один раз видел. Последний вид монстров — это свинолюди. Мутация плоти органов. Совсем недавно свинолюди по всему западу начали говорить, думать и использовать человеческие орудия труда. Зверово, помните, большинство свинолюдов все еще агрессивны. Ты кто? Ясно. Ау. Опять бы сейчас раздавил кого-нибудь случайно. Сколько у меня денег? 41 400 хотел сказать. Ага, сейчас. Лошадь бы купить. 285 дороговато, да? Так, следы-то где, а? Мне сказали на юго-западе, вроде бы, или юго-восток. Граница зоны. Чего? Становится врагом. То есть наш чел, скорее всего, свинолюд. Просто-напросто попал по... Вот балет. Не, ну надо же так сюжетную зону, да? Зафакапать. Ай, жесть. Так, мы еще уже здесь поговорили, нет еще?
Marianne's men gone ravenous trying to find them Ovidalo bracelets. Head out from the southwest corner of the camp. Time to put them tracking skills to use. Эй, стоп, тебя же можно было взять, не? А, вот этого можно взять. Брони у него нет никакой. Ну и у меня нет никакой брони для него. Да. Откуда медведь взялся? Или это мы присамонили? Да вроде нет, я не самонил. Или, может быть, это они на самом деле? Не, вон там ходят. Вон он напал на челиков. Блин, мне вообще шкура медведя пригодится. Мужик, давай помогу. Ой, братан, только... Вот только по зверолову не попади, да? Требуются инструменты. Где же мне их взять-то? За 70 что-то дороговато. Ладно, пускай труп будет здесь, останется. Караван с припасами, искатель сокровищ. Выследите двух пропавших. Хорошо. Мне бы в каком-нибудь городе поработать ради деньжат, да? Хотя, да, с напарниками справимся, блин, играешь. Что это закапывание трупов? Понятия не имею. Вот они, некоторые из пропавших подались жадности и стали прожорами. Так, сейчас минуту, логин ивент в Геншине. Я забыл сегодня, надо забрать 20 примо джемов. Можно попробовать их не убить. Может быть, ей это даже понравится. Еще раз услышу слово «Альвидада». Разберитесь со звероловыми. Ну я же разобрался. Оп, письмо. Поставщики для Битеррок, копатель. Нашли один из браслетов. Возвращайтесь в Битеррок прямо сейчас. Синеглазые на холмах. Нападение неизбежно. Нужна помощь. Рели, надежда на баланс. Будьте осторожны по пути. После твоего ухода на наш деревню напали. Опять напали звероловый жаганаш. Нужно поставить за себя, но дух Виндиго в этих землях очень силен. Нужно хранить надежду и баланс. Лопата лишней не будет. Утецкий серебряный слиток. Окей. Сколько у меня тузов пиковых? Один. Динамит больше урона. Ворот, дробовик, лук. Двигайтесь быстрее. Почему бы и нет? Так, смотрите, здесь золотой наемник. И вот здесь второй свин золотой наемник. Мы можем сходить к нему, поговорить с ним и забрать у него итемы. Или на карте свободно отображаются. Them ravenous all around, searching for the bracelet. They won't be kind to strangers. Крапливая записка. С холмов идут прожоры, идут за браслетом. Спрячь под ящиками в погребе. Да помилуют нас. Оп,
Шарст, ну... Зеленый, конечно, это кек. Ну давайте. А, я думал, они сейчас расстреляют друг друга. Что закопало, непонятно. Цель. Ну и чё, может повернешься? Блин, не повернется. Нет, чел! Они же просили его не потерять. У вас есть окаменелые реликвии. Угу. Они такие забавные. И чё, они не поняли, что я здесь, да? Вот бы к этим бочкам какой-нибудь кирпич кинуть. Пчелу по лицу. Блин, чувак, отойди оттуда. Мне кажется, можно огненными стрелами стрелять, да, если поджигать их. Угу. Можно. Так, ну и чё? Ну здесь в основном одни милишники были. О, золотой слиток, можно будет пистолет качнуть. Тут нашел тело. Oh no! What are we gonna do? Блин, стрелы-то заканчиваются. Стрелы найти сложнее гораздо. Быстрое прохождение стали не то что первое. Да не, мы примерно одинаковое количество времени, по-моему, потратили. Дыра в земле копать. Ну а что она здесь делает? Давай раскопаем. А, ну вообще это же место раскопок. Они же здесь искали браслеты. Тьфу. Запись команд Носильщик и Ко, Битер Рок, том 1. Наконец-то у нас появилась хорошая зацепка. Мне кажется, кто-то из детей Эльвидада похоронен в Битер Рок. С одним из браслетом. Браслетов. Это что, кусок мяса или... Это буханка хлеба. Не давай, я знаю, что твоему отряду нужно больше людей с оружием. Там какой-то чел. Сори, освободить тебя никак не могу, у меня нет ключа, оленьи рога.
Дом 2, мы прибыли в Bitter Rock, руинам уже сотни лет, воздух прохладен даже летом. Здесь построил дом сам Альвидада до того, как потерял рассудок. Насколько мы понимаем, в итоге это место было разграблено, и от богатств ничего не осталось. Дело в том, что по нашей информации браслет спрятан в хранилище. Эта комната представляет собой некое подобие подземного бункера. А, вот же ключ цара. Привет. Духи милостивые, ты меня отсюда вытащишь. Прожоры держали меня в плену и хотели выпытать у меня, где мы спрятали браслет. Под ящиком, надеюсь, они еще не добрались. Мой пистолет еще при мне, да и пули остались. Я с удовольствием им отомщу. В отряде, к сожалению, нет места. Но этот... Ну, блин, это, кстати, легендарный чел. А она, я не знаю, однозвездная, может. Чел легендарный, 210 хп. Ну, немало, в принципе. Я уже дважды прочитал, где они его спрятали, и забыл. Горные нереиды, а чё... Тебе дубинкой по голове. Нужен лего лук на 75. Да, стрелы дорогие. Ну, не, не дорогие, но... Коза. А кто запомнил? Где спрятали? Релиограмм носильщик ЭКО, похоже, наша зацепка в Боулер Крик себя оправдал, расследуем. На суд дошли слухи, что последний браслет попал в руки семьи Уиксов и находится на Галеновом мосту, куплен на аукционе. Отправьте кого-то на расследование. Другой в доме твоего старого приятеля, мэра Уикса. Под каким-то ящиком. Дневник Фортуны Альвидада. У нас с Сатоном и Эдди есть план. Нам нужно сбежать. Папа превратился во что-то, в монстра с синими глазами. Он убивает людей, я сама видела. Убежим еще недалеко и возьмем свои браслеты. Когда браслетов здесь не будет, возможно, сумеем сдерживать папу в городе. Да, за чертой все будут в безопасности. Нам с братьями придется разделиться. Нельзя, чтобы кто-то нашел браслеты вместе. Иначе он смогут вернуться с ними в город, и папа вернется на свободы. Я добралась до нашего старого дома, где мы были счастливы, но потом здесь появились люди. Они ищут золото, ищут меня, я спряталась в хранилище, слышу, как наверху они все рушат. Слышу, как ломается мебель, бьет стекло. Хоть бы они поскорее ушли, люк не открывает, сверху что-то тяжелое, не дает мне выйти, я все перепробовала, сил не хватает. Еды не осталось, едва хватает сил писать. Печальненько. Чего у тебя там вид такое? Самое левое не очень вкусно, гёза, мне совсем не понравилось. Оно густое, такое мерзкое. Ну, все остальное не знаю. Черри чизкейк звучит вкусно, Саур Эль. Нормально ты себе набрал, приятного. Блин, надо медведя чаще призывать. Первая винтовка. Да я думаю, лучше разбирать бронзовые. Я не буду с бронзовой винтовкой ходить.
под ящиками, да, вот оно, наверное. Я пока не пробовал, пью змею. Первый браслет Фортуны Альвидада. Чистое золото на внутренней стороне, надпись на языке брошенного дома. Вы не знаете этого языка и не можете ее прочесть. Древнее самого Запада. Я знаю точно одного человека, который сможет его прочесть. Девочка эта мелкая. Так, а этих я всех полутал? Не всех, патроны. У них одни лопаты до кирки, я понял. Так, расспросите жителей о браслетах и в Галенов мост. Ну что ж, раз такие дела, значит, в первую очередь мы отправляемся к свиноте, конечно же. Да. Это первостепенная задача. Караван с припасами искателей. Давайте заглянем, почему и нет. Мы сейчас пойдем вот сюда, в Садар Флетс. Возьмем с собой нашего друга. Изберем у него топовый пистолет. Так, и что тут? Караван искателей. Диего Рейна. Стоп. Это мы здесь были, и тут новые челы внезапно появились. Кек. Мы же сюда по квесту ходили. Предлагаю в логово свинолюдов заглянуть и посмотреть, как они теперь научились разговаривать. Интересно же. Да, там первый квест был, я не очень умный. Нет, поскольку мы не свинолюд, они просто хотят нас всех убить. Ну, ясно. Змея. Пойдем вербовать его. Что он здесь делает? А, в этой точке тусуется. Вот как, человек из народа ушедшего огня. Тогда у нас есть что-то общее, мы оба лишние. Что ты? Постой, у тебя на шее, не двигайся. Дай-ка я достану зеркало, клеймо. Все в точности так, как говорил этот листец. Эссекс, есть еще такие, как я, как мы, я. У тебя в последнее время не было провала в памяти? Я вот с тех пор, как эта штука появилась, вообще ничего не помню толком. Спасибо, 66 рублей, Джинс Крайс. Спасибо за поддержку. Ехехех. Спасибо большое. У меня был свой бордель, сам я был человеком так себе, довольно мерзким. Меня подставила одна из работниц, привела к ведьме, которая сделала меня таким. Но я заслужил. А потом началось странное, было такое чувство, будто внутри меня оказался кто-то еще, все как туман. Дальше помню, как стою тут, в Сидар Флетс. В доме ювелирша кулак занес постучать. Несколько месяцев выпало. Я удала мне работу, теперь я у нее учусь, пытаюсь пух срыва очистить. Чистить, отплатить за всю боль, которую причинил. Это клеймо, оно меня изменило, я больше не тот, каким был раньше. Что ты знаешь про клеймо? Один мужик, звать его Эссекс, все время приходит и меня допрашивает. Я так понял из того, что он говорил, что мое тело кто-то захватил, душа, которая умеет перевоплощаться. У тебя клеймо еще горит, значит, этот засранец все еще у тебя внутри сидит. Больше ничего. Так, Джеймс Джонс. Давай сюда свой дробовик. И проваливай из отряда. Эй, да ладно тебе. Ну хотя бы возвращайся, если тебе опять понадобится мой убийственный кулак. Взять в отряд. Ну что ж, полагаю, побрякушки никуда не денутся. Наши судьбы связаны. Ты ведь тоже это чувствуешь, верно? Если хотим найти ответы, лучше нам держаться вместе. Заточу-ка я нож. Так, снаряжение. Серебряный дробовик. Дробовик с боезапасом 5. Я думаю, я дам ему двухстволку юзать просто-напросто. Пускай. Так. Делаем так. Эту броню мы надеваем на себя. Револьвер забираем.
Немножко хилок, да не все же, ну парочку ему оставь. Немножко мяса, топовые амулеты. Все золото, потому что мы хотим револьвер качнуть. Отмычек мне вроде бы хватает, хотя парочку можно взять. Нож. Можно нож вместо медной палицы. Допустим. Револьвер тебе, допустим. Ставить. Банки там всякие на резисты. Ну, антивеном возьмем парочку. Все остальное пускай у него лежит. Качественный медвежий мех же нам еще нужен, да? Кого проигнорил? Кого я? Что я проигнорил? Что будет, если ты убьешь своего прошлого героя? А, его... Он умрет. Типа, а что ты хочешь от меня услышать? Так, Clarence Quick. Clarence, используй двуствольный дробовик Stubbs. Качественная пушка. Угу. Теперь мне пистолет, бронька, амулеты. Там еще про Геншин спрашивали. Здорово, давно не заходил, не подскажешь, как Геншин. Расписание не знаю. Каждый день в час дня примерно. Так, давайте-ка избавимся, во-первых, от одной кирки. Кирка и лопата, а тут что-то много. Золотые слитки, ну пускай у тебя лежат. Так, нам нужен кузнец для улучшения... Пистолета. Что с доской розыска? Что-то интересное. Руфбоу. Ха-ха. Где видели одинокая топь? Однозначно надо убить. Поохотимся на нее немножечко. Может в банк заглянуть, когда с тобой свин? Здесь, по-моему, нет банка в этой локе. Так, нам нужно Руфбоу убить. Где она там? Там слева, да? Я эту топик, кстати, зачищал. Нам нужен кузнец. Здесь нет кузнеца. Кузнец здесь по дороге был. Вот тут вот. В Янкрик. Нам как раз сюда, в принципе, нужно. В Галенов мост. Нашему старому знакомому. Поймайте или убейте. Ну, мы можем попробовать, конечно, по стелсу. Но Big Sky, говорят, работать в этом грязном руднике совершенно невыносимо. Ну и ладно. Значит, мы туда работать не пойдем. Ложь нужна. Ну, тут я как бы согласен, но... Кстати, лута нету у Кларенса-то. Наверняка же есть лут, который можно продать. Ну, тут не совсем. Но есть одна окаменелая голова, что хорошо. Мясо немножко забрать. Кожевенные инструменты, конечно же. Блин, 3 штуки всего, правда. Извини, друг, сюда только верующим. Кузнец, кузнец. Опа! Причем все можно качнуть из-за эти 10 золотых слитков. Можно даже лук. Ну, револьвер самое лучшее оружие. Факт. Золотой нож даже можно сделать. Угу. Ей, новый пистолет. Патронов только 0. С этим мы сейчас разберемся. Или не разберемся. Дженерал. Прям двери, а все спят. Ну ладно, пойдем пока. Ну пойдем сюда. А, не, не здесь. Или я вот здесь все выформил, а здесь не убивали эту. Не, наверное, мы вот тут вот были.
Это кучка. И да, я вот там все, весь лагерь перерезал. Еще у нас здесь напарники должны справиться. Будем ловить. Ну, я могу попробовать стелсануть, но, честно говоря, вряд ли. Ну, первый динамит. Первые пули. Свиные ушки собираем, будем продавать. Указания для прозревшего свинолюда. Здесь вы найдете корм для жирной туши и хорошего здоровья. Идеальный сарай для защиты свиньи от стихии различных проклятий. Убой — лучший способ распределения мяса. Ой. Сигары. Указания для прозревшего свинолюда. Правила этикета от мисс Метрю Пай для тех, кто недавно попал под проклятие. Конечно, под действием проклятия вы могли совершить страшные злодеяния и тяжелейшие грехи. Возможно, вы причинили боль любимым или же стали причиной ужасного скандала. Хотя под грузом стыда велик соблазн начать защищаться и оправдываться. Этого делать не стоит. Примите свои деяния и докажите делами, что вы изменились. Лишь так можно вернуть доверие окружающим. Чё, он труп нашел? Мы же его, этот труп, пытались, блин, закинуть. Специально пытались его в кусты спрятать. Ну, видимо, не получилось, да? У них есть почтовый ящик! Пришли золото, нужны деньги, все, что у тебя есть. Отправь свое золото в Boulder Creek сейчас же. Какие цивилизованные свинолюды. Как цивилизованно живут, да? Так, а у тебя, кстати, броня есть, чел? Я не помню, я тебе выдал. Да, у тебя есть броня третьего уровня, все хорошо. Вот она вроде бы, да, Руфьбоу, да, это она. Надо до нее по стелсу как-то добраться. Так, это же сундук под... Да, это сундук под столом, но, видимо, его не взять. Блин, мешаются. Ходят что-то туда-сюда. А может сюда войти сейчас? Расточительность, говорит. Че, уходит, как будто он ее охраняет, блин. Прям за ней, да? Может, это и правда, типа, ее охранник? Найс. Надеть наручники на Руфьбоу. Надеть наручники. Эззе. Бечевка из крапивы. Серьезно?
Че, поговорить с ней нельзя, нет? Я ее не облутал. ТФТ сегодня. Слушай, я бы поиграл, может быть. Я уже немножко подустал от этого. Я бы, наверное, немножечко почилил в мультиплеере каком-нибудь. Да, давай, наверное. Ни одна свинья не пострадала. Получается, что так. Все, я сейчас тогда доведу ее до места, где ее надо сдать шерифу. Сохранюсь и пойдем. Вчера бодрые катчи были, да, чат вчера без стрима играли и... Две супер победные катки просто офигенно сыграли. А вы не увидели. Так, она должна оказаться аж тут. Ну поехали, чё. Там же постараемся купить лошадь, если она там продается, конечно. Слушайте, не часто на него нападает. Он что, такой скилловый, типа? Бьорн говорил, что у каждого стримера должна быть игра вне стрима. Ведьма на перекрестке! О, самые интересные квесты. Здравствуй. Тут все твои знакомые. Ты только посмотри, дикарка. Смотрите, кто-то у нас морда лица у вас теперь несколько менее помятая, чем в прошлый раз. Теперь вас никто уже не пытается на бекон пустить, да? Вынуждена признать, что меня впечатлил ваш выбор. Попросить Сесилию простить вас. Вряд ли вы этого заслуживали большего. Клаурен Сквигли, та еще сволочь. Он у меня за спиной стоит, подруга! Просить прощения было приятно. Прощение — это великая сила, но вымолить его чаще всего непросто. По крайней мере... После этого Кларенс вступил на путь в лучшую жизнь. Надеюсь, он с него не собьется. Что ж, что сделано, то сделано. Надеюсь, вы не пожалеете об этом. О чем это она? Мне нравится вас дразнить, но разрушать интригу я не хочу. Ну ладно, мне бы очень хотелось проболтать с вами весь день, но меня еще ждут дела. Как там, кстати, моя коробочка? Еще у вас? Еще не открыли ее? Да, интересно. Ладно, неважно. Давайте загляните в сундук с призами. Вдруг найдете что-нибудь полезное. Пиво. Да, бесполезная штуковина. У меня есть такое чувство, что она может дать абсолютно любой предмет в игре, в том числе какие-нибудь легендарные пистолеты или пушки на рандоме. Есть такое предположение. Чисто гача. Так вот, здесь есть? Здесь нет. Лошадь здесь не купить. Понял. Эй, я привез тебе свиноту. Надеюсь, с ней проблем не было. Вот твоя награда. Нифига себе. Посмотрите на этого шерифа, на его лицо. Жесть какая. 277. Слушайте, за то, что мы ее отправили в тюрьму, мы получили больше денег. Там-то 130, по-моему, должны были дать, нет? Или что-то такое? Ну и плюс с ней поговорить можно. Да, нет. Да, нет. Видимо, нет. ...185 было. Ну вот. Неплохо, неплохо. Ну все, госейвится. Дошли до нового персонажа и даже набрали себе пати свинот.